Девчонки, всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И у меня для вас сегодня новая распаковка, то есть ваше любимое видео с новыми товарами из рукодельных магазинов. Мы сегодня будем рассматривать с вами шнуры. Это гамаковый шнур с сердечником для шитья салфеток, корзинок, сумочек. Я взяла на пробу несколько оттенков. Посылочка мне пришла из магазина Азбука вязания. Сейчас все покажу, расскажу подробно. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я вышла на связь с самой фабрикой и договорилась о небольших плюшечках для вас. То есть расскажу, какой промокод можно применить, где можно заказать эти шнуры и покажу, какое количество оттенков также есть на сайте. Теперь давайте, девочки, рассмотрим поближе этикетку. Ну, понятно, тут магазин называется «Азбука вязания». Шнур, название у него «Гамак». То есть, вот именно вот этот вот шнур, он полиэфирный со статическим сердечником. Что такое статический сердечник, сейчас покажу вам поближе. То есть, вот такие синтетические волокна вставлены внутри шнура. Они бывают разных оттенков, то есть под оттенок самого шнура производитель выбирает, какой сердечник туда внутрь вставить. Такой сердечник придает шнуру прочность. Например, если вы плетете гамак, то необходима прочность изделия, да, то есть такой гамак у вас будет выдерживать килограмм 150, может даже 180. В общем, шнур такой не тянется, вот видите, я пытаюсь его потянуть, это у меня не получается. Вот для чего нужен сердечник. То есть эти шнуры не для вязания, например, крючком, а для плетения, для шитья салфеток, корзинок в технике зигзаг. Найти этот магазин, я думаю, не составит труда, тем более я оставлю для вас ссылочку внизу в описании. У них есть свои соцсети ВКонтакте, в Телеграм, в Инстаграм. Я думаю, наберете «Азбука вязания» и однозначно вам этот магазин найдется. Физические магазины есть в Москве, окружная Дмитровская, шоссе 50, корпус 1, в Новосибирске, Ленина 53 и в Санкт-Петербурге, улица 8 Красноармейская, 15. Вот, то есть, в принципе, можете даже сходить в магазин и точно так же пощупать самостоятельно такой шнур, если вы все-таки решили вместе со мной заняться шитьем салфеток и каких-то корзинок и сумочек. Теперь давайте пробежимся с вами по оттенкам. Я уже распаковала эту посылку для того, чтобы вам тут не шуршать и не отвлекать ваше время. Я ценю и свое время, и стараюсь ценить ваше. То есть у меня все шнуры, все оттенки, которые я хотела попробовать, посмотреть, пощупать, вот они перед вами. Раскрою сейчас быстренько, как называется оттенок, поближе покажу и назову номер в палитре, если вдруг вы будете искать такой шнур по номеру. Итак, поехали. Это у нас грильяж в шоколаде, и по палитре это у нас номер 146. Вот в такой бухточке, бобиночке 100 метров. То есть, в принципе, вы можете заказать на сайте любое количество шнура. Там можно указать метры и столько, сколько нужно, вам пришлют. Итак, грильяж, посмотрели. Белый цвет, номер 100. То есть это такой чисто белый. Я не знаю, как передает камера. Я вижу его прям чисто белым. Может быть, с легким-прилегким подтоном молочного. Но я бы не сказала, что это очень холодный цвет, но близкий к тому. Чисто белый цвет. Номер 100. Так, поехали дальше. Это у нас цвет Айвори. Номер в палитре 705. Посмотрите, какой прекрасный цвет. Серый, светлый, ну, я не знаю, как еще передать словами тот оттенок, который, в принципе, то, что вы видите на экране, вижу и я. Вы знаете, я для себя вывела, ну, минимум два плюса полиэфирного шнура. Первый – это то, что полиэфирный шнур легче стирать, чем хлопковый. То есть, если мы с вами шьем салфетку, она у нас будет использоваться на кухне, соответственно, не избежать каких-то капель на этой салфетке, каких-то пятен. Я думаю, что полиэфирный шнур будет намного легче отстирать. И он, думаю, высохнет быстрее, чем хлопковый. Ну, вот я вот сейчас такое сравнение с хлопковым делаю. И, во-вторых, мне кажется, у хлопковых шнуров вот таких ярких,
классных, обалденных, вкусных, сочных оттенков, мне кажется, не добиться. Поэтому я пока останавливаю свой выбор на полиэфирных шнурах и показываю дальше вам оттенки, которые я заказала. Итак, это номер 92, называется он фиалка. Вот такой вот красивый, сочный, обалденный цвет. Далее у нас идет цвет джинс номер 84. Вот такой вот оттенок, такой спокойный. Следующий цвет у нас, номер его 021, и называется он кактус. Почему кактус, не знаю, но вот такой, я бы сказала, холодный, светло-светло-серый, с подтоном зеленого, какого-то, может быть, фисташкового. Не знаю, ну вот такой необычный абсолютно цвет, и тем не менее он нереально красивый. Мне очень нравится такой пастельный цвет, и я бы сказала, с таким, наверное, богатым, каким-то сложно сочиненным, что ли, оттенком. Мне очень нравится. Следующий цвет у нас это морская волна, и номер его 140. В принципе, чуть-чуть в голубой уходит у меня на экране, не знаю, как у вас, зелени больше. Ну, то есть, представляете, морскую волну, да, вот от этого голубого чуть-чуть в зелень уходит настоящий оттенок. Тоже сочный, такой благородный, четкий, яркий, очень красивый оттенок. Следующий оттенок у нас, номер его 295, и это оттенок какао. Чуть теплее в реальности у меня этот цвет и чуть темнее, я бы сказала. Вот, ну тоже такой, вот сейчас, наверное, передается точно. Тоже такой красивый, глубокий, благородный оттенок. Нравится очень. Еще один оттенок, который я прям безумно мне понравился. Это оттенок, называется темная полынь, и номер его 157 в палитре. Вот такой оттенок. Есть у него, так скажем, в подтоне и бежевый, ну такой в коричневый уходящий, да, и серый, и какой-то, какая-то зелень есть чуть-чуть, то есть такой сложно сочиненный оттенок. Мне, конечно, тоже безумно нравится. Смотрите, вот можно сочетать их вот так вот. В принципе, многие шнуры, многие оттенки сочетаются друг с другом. Так неплохо будет. То есть какие-то двухцветные корзинки, какие-то двухцветные сумки можно. Ну, тут уже близкие оттенки нет. То есть оттенки можно сочетать между собой, экспериментировать, выдумывать какие-то изделия двухцветные, полосатые и так далее. Ну и остался у нас оттенок тархун. Его номер 49 в палитре. Вот такой вот акцентный, яркий цвет. То есть, если у вас спокойная кухня, например, вот такие салфетки будут таким ярким акцентом на кухне, будут притягивать внимание своим цветом. Вот такой вот благородный цвет тархун. В магазине Азбука Вязания есть не только полиэфирные шнуры с названием гамак, есть еще множество других шнуров. Также там мне рассказали, что скоро будут новинки хлопковых плетеных шнуров с сердечником, то есть ждем, будем тестировать, и в принципе мы договорились, что такие шнуры они мне дадут на пробу. В этот раз я заказала еще два шнура, просто чтобы пощупать. Это вязаные шнуры, они из хлопка. И вот этот шнур 3 миллиметра, этот шнур 5 миллиметров. То есть для тех, кто вяжет какие-то корзинки, вот имейте в виду, что есть вот такие хлопковые шнуры. Этот оттенок называется молочный, этот оттенок лен. Очень красивый, благородный также. В общем, я его попробую, потрогаю на ощупь. Очень мягкие и приятные шнуры. Посмотрю, что из них можно сделать, и если придумаю, то закажу уже в большом количестве для того, чтобы сделать какой-то мастер-класс.
Также в Азбуке вязания можно приобрести швейные машинки. Кстати, девчонки, очень многие мне писали, какая машинка у вас, скажите, пожалуйста. У меня машинка Дженом, я шью на ней, она у меня очень старенькая. Вот, а там есть и Дженом, и другие марки. В общем, девочки, кто спрашивал про швейные машинки, приглядитесь, там есть отдельный раздел со швейными машинами. Итак, девчонки, теперь о плюшках. Переходите по ссылочке, которую я вам оставлю в описании под этим видео, и смотрите, сколько оттенков на данный момент есть на сайте. То есть производство — это такое дело, сегодня есть какие-то оттенки, завтра нет, потому что, насколько я теперь знаю, шнуры эти вяжутся достаточно долго. В общем, ловите свои вкусные оттенки и творите из них чудесные изделия. И самое приятное, о чем я вам сегодня хотела сказать, производитель утвердил скидочку для моих подписчиков на гамаковый шнур 5% по промокоду FR5 и 10% на все остальные шнуры по промокоду FR10. Как пишутся эти промокоды, я также вместе со ссылкой оставлю для вас в описании. Так что выбирайте для себя самые лучшие оттенки, экономьте с моими промокодами. Я надеюсь, что с этой фабрикой мы еще увидимся. Мне обещали, что пришлют на пробу шнуры, которые у них сейчас запускаются в производстве, хлопковые шнуры с сердечниками. Так что мы их с вами также протестируем, попробуем и, возможно, выберем для себя самые лучшие цвета и оттенки. Поэтому не пропускайте мои новые видео, обязательно подпишитесь на канал Факультет рукоделия и установите галочку там, где колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. Ну, а у меня на этом все. С вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока-пока!